Всем привет, кто смотрит наш канал «Посмотри вокруг». Ехали в деревню к бабушке и решили свернуть в лесок. Когда-то мы здесь нашли очень много боровиков. Сегодня у нас 2 сентября. Уже в лесу очень много опавшей листвы. Анютка нашла одну сыроежку. Нашла сыроежку, да? Угу. Анютка, что ты кушаешь? Печенюшку? Пойдем. Анютка. Так, пошли посмотрим. Ну иди вперед за папой. Вот смотри, Анютка, какой маленький грибочек. Смотри. Не, Анют, не буду, это сыроежка. Ты хочешь его посмотреть? Да, попробуй. Это какой мяско. Анютка, это поганка, не надо трогать. Поганка, она белая. Да. А еще есть гриб мухомор, красный с белыми точечками. Его тоже не надо брать. Да. Но даже если мы грибов не найдем, все равно получим удовольствие от прогулки. Погода у нас отличная. Солнышко, хотя вчера был дождь сильный. А вот еще одна сыроежечка. Вот сыроежка. Но мы ее не берем. Нам нужны боровики, подосиновики и подберезовики. Идем дальше. Ой, какая красота в лесу. Просто замечательно. Солнышко светит, да? Как хорошо в лесу. Так, что нашли? Зонтик и боровик. Покажите. О, Артемка, боровичок какой красивый, молоденький. Отлично. А у папы что? Зонтик. Зонтик, ты хочешь его взять? Конечно. Покажи, угу. Покажи, пап. Покажи. Покажи, сейчас я брежу. Тема боровик нашел. Самый классный гриб. Нет. Вот тут дубок растет, вон там. Ага. По всем дубком. А где дубок? Вон, впереди дуб. А, дубок. Ага. Анютка, пойдем. Там были боровики. Прям подойдем к дубу. И там это... папа нашел много боровиков в прошлом году. А вот тот самый дубок, да? Да. Ну, дубок есть, а грибов нету. Мы приехали в субботу. Может быть, и тем более сейчас 3 часа дня, да? Ну, поэтому в грибы ходят рано утром. Мы просто не собирались в грибы идти. Случайно заехали. Дома. Какой красивый дубочек растет. Какие листочки. Да, уже совсем чувствуется осень. Столько листвы опавшей в лесу. В городе так не видно. А вот когда заходишь в лес... Ну что, пока у нас за 10 минут прогулки по лесу один боровичок. Вон вижу мухомор. Красивый мухомор. Смотри, Анюта, вот мухомор. Вот, ты на него посмотри, но руками не трогай. Вот этот лист можно убирать? Нет. Не надо. Нахуй. Он ядовитый. Ножка можно. Угу. Ну что, пошли дальше? Мы такой лепили. Лепили в садике? Да. Ну да. Он такой красивый. Ой! О, сколько мухоморов.
Анютка, руками не трогаем. Мухомор. Вот мухомор. Угу. И на веточке. И вот мухомор. О, это же муравейник, да? Муравьишек сколько, большие такие муравьи лесные. Бегут по своим делам. Работяги. Мама, осторожнее здесь, они туда бегут. О, дорожка, это у них дорожка. Клещ покажи. Ага. Покажи. Ого, какой здоровый клещ. Это, наверное, лесной. Это лосина. Лосина, да? Что тут нашла? Правда, не гриб, а кого? Жук-вонючка. Жук-вонючка. Хочешь папе? Да, папе показать? Сыроежка.